И начнем по порядку. Касым-Жомарт Токаев поздравил вновь избранного президента Вьетнама То Ламу. В телеграмме он пожелал успехов своему коллеге во всех его будущих начинаниях, а их народу счастья и благополучия. Глава государства также выразил убежденность, что в период пребывания То Ламу на этом посту страна продолжит неуклонное движение по пути построения еще более процветающего, гармоничного и устойчивого общества. Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан и Вьетнам связывают теплые отношения, основанные на взаимном доверии и общих интересах, и подчеркнул, что готов совместно использовать новые возможности во имя развития многогранного взаимодействия.